дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я буду открывать вот такую коробочку, такую небольшую, полкилограмма, которая мне пришла. Я сегодня получила только на новой почте. Здесь тоже один подарок, который я выиграла в одном конкурсе в Инстаграме. Это первый, я только пару раз участвовала в конкурсах. Вы знаете, что один раз я выиграла, мне тогда не дали подарок. И вот это первый раз, что я выиграла в Инстаграм, что я получила подарок. В принципе, я не так много участвовала, и только начала участвовать. Мне просто было интересно. Я посмотрела, мои знакомые там участвовали, писали меня, отмечали. Но я что-то не участвовала. Кто-то посмотрела, смотрю, такие классные призы, и косметика, там разные кроме сладости, еще там много разыгрывается. Ну, я решила тоже начать участвовать в этих конкурсах. И вот я выиграла здесь какую-то косметику, сейчас будем смотреть, потому что там было много чего, но там было на двух победителей. И вот не знаю, что здесь есть. Сейчас мы откроем, и я вам покажу. Мы тут сейчас посмотрим, и я вам расскажу еще кое-что. Видите, такая коробочка. Хорошо запечатана. Сейчас мы откроем и посмотрим. Что у нас, видите, очень хорошо запечатали. Что еще мне очень понравилось здесь, конечно, спасибо организатору. Во-первых, что мне меня в конкурсе отметил и мне сам написал. Большое спасибо, что вы мне написали, что я выиграла. Второе, что я не получала, я ее очень пару дней не могла получить, эту посылочку. Вы знаете, что я после операции, почти 9 месяцев не ходила, я вот только начала пару раз ходить на улицу, мне просто было плохо, и я никак не могла забрать эту посылочку. И мне вот этот организатор, этого спонсора, конкурса, что проводила его, сегодня снова написал мне, что я не забыла забрать свою посылочку. То, что тоже спасибо ей большое. И третье, что мне очень понравилось, что за эту посылочку я ничего не оплачивала. Все оплачивали отправители. Так что им тоже вот это большое спасибо. Так, вот. Так, вот что мне попалось. Вот такие подарочки. Так, это у нас крем-гель для душа. Шоколад с ванилью, тонизирующий спа-уход, Energy Vitamin. Здесь 50 мл, такая классная бутылочка. Вот, знаете, я вот такой никогда с этим не пользовалась, не брала такой. Здесь еще шоколад с ванилью, а шоколад, сейчас попробую это. О, классно. О, как раз, знаете, что я очень люблю шоколад, я просто обожаю все шоколадное. И мороженое, и шоколадки, и торты, и кремы. Я все люблю шоколадный. Видите, и как раз мне попался крем-гель шоколадный. Это очень классно. Вот это классная штука. Потом у нас это, наверное, у нас идет. Скорее всего, это у нас блеск. И помада. Нет, это у нас... Или жидкая помада, или блеск для губ. Вот такая. Такой, не знаю точно. Не знаю, что это такое точно. Тоже таким не пользовалась. Липстик. Липстик это что? Блеск. Кайли. А, от Кайли. Вот такая. Не знаю, что это. Если знаете, напишите. Потом, это, наверное, вот эти две такие масочки от черных точек. Это, скорее всего, я когда-то такие покупала в Китае. То есть, наверное, скорее всего, эти масочки для черных точек на лице. Ну, такие, неплохие, но, если честно, не очень так оно, как они рекламировали. Mango Hand Milk. Так, и еще что-то здесь такое. И это что, я не знаю. Это или может, или дезодорант, или какое-то молочко для тела, манго хэндшмюк. Манго, молоко,
Ну, не знаю. Ну, ведь оно такое запечатанное. Ну, не знаю. Потом я попробую, не хочу уже открывать его. И еще что-то есть. Если кто знает, кто этим пользуется, напишите, что это такое. Я, в принципе, я не знаю, что это такое. Вот, друзья, видите, вот такой подарочек, косметика. Ну, конечно, не так много. Сейчас есть такие конкурсы, что очень много там разыгрывается. Но, в принципе, и довольно неплохо. Спасибо спонсору, кто придумал этот конкурс и подарочки. Очень приятно получать. Но вот всего этого я, конечно, довольна. Я, конечно, попробую какое. Но шоколад с ванилью это супер. Очень. Вот за гель, да. За гель я довольна. Вот в этом я еще попробую. Не знаю, что мне не хочется открывать его. В принципе, не знаю, что это такое. Или открыть. Давайте откроем, посмотрим. Давай, открою. Так, откроем. Посмотрим, как видите. Наверное, в виде манго. Здесь оно откручивается. О, очень приятно. Я люблю манго. Мне нравится запах манго. Хэнд. Это рука. Может, это для рук какое-то молочко может. Залетело. Ну, не знаю, друзья. Честно, не знаю. Посмотрю, поищу в интернете, что это такое. Если вы знаете, напишите, но я не знаю. В принципе, такая неплохая такая бутылочка, классная. Манго очень классная. В принципе, я тоже люблю манго, мне нравится запах манго. Я поищу, если найду, я вам напишу. Если вы знаете, напишите мне. Так, друзья, все, знаете, на этом буду заканчивать. Еще раз спасибо спонсору, такой подарок. Знаете, у меня сейчас есть новая охота участвовать в конкурсах, буду еще участвовать в Инстаграме. Если вы тоже с Украины, то участвуйте. Сейчас много начался и развиваться Инстаграм, многие завели аккаунты, проводят розыгрыши. Можно выиграть очень крутые подарки, и деньги, и много сладостей. Сейчас и концтоваров. Знаю, что дети пошли в школу, подарков очень-очень много. Так что, видите, участвуйте. И... конечно, я вам рекомендую, я сейчас вот на этом опалилась, когда вы выиграли подарок, вам его отправляют, вы спрашиваете за доставку. Может, вы хотите оплачивать за доставку, но я говорила, что я, если я участвую в конкурсе, я получаю подарок, я хочу подарок это получить бесплатно. Бесплатно, не за него не оплачивать деньги за доставку. Потому что выходит, вот я сейчас выиграла такой подарок, который тех денег не стоит, что я заплачу за доставку. За эти деньги я куплю себе еще лучший подарок. Знаете, так что смотрите, если вы готовы платить за доставку, да, если нет, то сразу говорите, что, как за доставку. Все, друзья, на этом буду заканчивать. Спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайк, подпишитесь на канал, подпишитесь на мой инстаграм. Внизу будут ссылочки. Ссылочки на мой личный инстаграм и ссылочки на мой рабочий инстаграм. Все видео и фото будут и на канале, и в инстаграме. Так что, кому интересно, смотрите, заходите и участвуйте в конкурсе. Все, друзья, до новых встреч. Пока.